little people. Воистину воскресе! От всей души благодарю всех вас за то, что вы поприсутствовали здесь на освящении корабля. От всей души благодарю вас за ваши молитвы, за ваши теплые пожелания нашему экипажу. Надеюсь, что молитвы ваши и наши будут услышаны Богом. И все с Божьей помощью пройдет благополучно. Храни вас Господь. С праздником. Скажите, пожалуйста, вот в общих чертах молитва о чем? Вот ракеты. О благословении воздушного корабля, освещении его и благословении трудов космонавтов, которые будут на этом корабле отправляться в космос для выполнения поставленных задач. Она специально создавалась для этого? Да, вы можете почитать в интернете, все там написано, как она создавалась, с кем писала, с кем благословлял, все это написано, пожалуйста, все это было написано здесь, на космодроме, потом был благословлен подарком Алексеем. С тех пор уже более 11 лет мы освещаем эти корабли, все по его благословению, по той молитве, которая была составлена. Храни Господь. Спасибо, ты батюшка. Спасибо. Вы нам всю Европу сейчас подарили. Спасибо.